Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Какая любимая игрушка у вас была в детстве и как ее звали? Любимых игрушек, наверное, у меня не было. Потому что в основном я всегда любила играть с чем-то живым. То есть я всегда на улице находила либо бездомных собачек, кошечек и так далее. И с ними я всегда находила общий лад и всегда с ними играла. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС!